Здравствуйте, дорогие мои друзья! И сегодня мы будем смотреть, что день грядущий нам готовит. Итак, первая карта, которую мы берем, это карта сфера финансов. Следующая карта – это сфера отношений. Дальше у нас работа, профессиональная деятельность. Общая энергия дня. И что нам посоветуют на сегодня карты Таро? Вот такие вот у нас сегодня с вами карты дня. Здравствуйте, дорогие. Итак, первая карта дня – это восьмерка жезлов. Что она говорит? Она говорит о том, что в сфере финансов у вас сегодня возможны хорошие, большие достижения. Следующая карта, которая несет энергию в отношения, это карта Мир, Старший Аркан. Все спокойно, у вас будут достаточно гармоничные, мирные отношения сегодня. Карта Работы говорит о том, что сегодня предвидится достаточно серьезная работа, которая вам будет даваться тяжело, но результаты не заставят себя ждать. Общая энергия дня. Карта Повешенный, Старшие Арканы. Она говорит о том, что, возможно, сегодня вам придется принести жертву. То есть, что-то, чем-то вы должны пожертвовать для того, чтобы сегодня день максимально гармонично сложился. Это может быть собственное время, это может быть деньги. В таких случаях я рекомендую всегда просто дать подаяние. Это тоже своеобразная жертва. Итак, совет карт на сегодняшний день – это туз мечей. Не сомневайтесь в себе, в своих знаниях, в своем успехе. И тогда сегодняшний день будет для вас максимально гармоничным.